Доброчинная новогодняя акция «Елка ожидания» у проводе сегодня у резиденции Деда Мороза на площади Ленина. На свято запросили выхованцев Гомельского городского социально-педагогичного центра. Больше как 30 хлопчиков и девчинок сустренуть Новый год у социальном притулку. Это дети, которые по разных причинах опынулись у тяжкой житевой ситуации. Притулок для их часово заменяет дом. Неравнодушные гомельчане выполнили новогодние ожидания детей.